Варенье из огурцов, моркови, одуванчика. В селе Дормидонтовка Вяземского района состоялся фестиваль варенья. Традиционно он проходит в августе, когда основной урожай ягод, фруктов и овощей уже собран и заготовлен на зиму. Какова же сладкая жизнь на вкус, узнала Арина Солдатенкова. Варенье любит не только Карлсон, но и все те, кто решил посетить самый сладкий праздник в году – фестиваль варенья. Здесь собрались умельцы со всего края, чтобы представить десятки литров своего лакомства. Помидорное варенье есть, вишневое есть, арбузных корочек с цитрусом. Фестиваль только начался, а продажи у Любови Железняковой идут уже полным ходом. За 12 лет участия в фестивале хозяйка поняла, как завоевать клиента. Варенье из привычных ягод скучно, а из экзотических непривычно. Поэтому весь товар нужно обязательно давать на пробу. Ну как? Слушай, правда, как это сама? Вообще помидор не чувствуется. Вообще не чувствуется, очень вкусно. Выращивать фрукты и овощи для варенья не обязательно. Приготовить его, уверяют жители, можно даже из того, что растет под ногами. Например, из одуванчиков. С нашего огорода, чтобы не вырывать никуда сорняк, мы их собираем, эти одуванчики, замочили. Добавляем туда, естественно, апельсин, лимончик. Во-первых, полезно. Одуванчик чистит печень. Это овощное варенье, девочки. Это морковное, это огуречное. Пробуем! Сладкое, вкусное. Даже не чувствуется огурец. Сладкая жизнь в Дормидонтовке началась в 2011 году. Тогда прошел первый фестиваль варенья. Сейчас ежегодный праздник стал не просто развлечением, но и заработком для жителей села. Покупателей завлекают не только лакомствами, но и театрализованными представлениями. Ложку Вики, ложку Мирону, ложку дедушкиному Родиону. Фишка фестиваля – блины на лопате и варенье дружбы. Оно, кстати, варится во время праздника. Собрали все дары и кинули в наше варенье дружбы. Все дары – и банан, и морожка. И морожка, и персик, и яблоко, и виноград, и красная смородина, черная, белая. Фестиваль варенья уже стал популярен у туристов. В Дормидонтовку съезжаются жители и из соседних районов, и краевого центра. С каждым годом гостей все больше. Мы с Хабаровска приехали специально сюда. Чтобы слышали, варенье. Давно слышали. И специально, чтобы не только слыхали, но посмотреть. Очень красиво. Молодцы, молодцы. Кроме варенья, на фестивале можно было приобрести и другую продукцию местных фермеров. Однако большие очереди собрал главный десерт праздника. Разного варенья на фестивале в этом году приготовили около 200 литров. Арина Солдатенкова, Константин Пестерев, телеканал «Губерния».